Всем доброе утро, всем привет. Я занимаюсь выкладыванием ролика на YouTube, потому что ролики на YouTube тоже выложить надо в любом случае, ролик на YouTube. Вот, и, ребят, у меня к вам вот какая просьба. Старайтесь смотреть мои видео до конца. Эй, оськи с хвостиком. Ой, какие, вот мы какие, вот мы какие, вот. Старайтесь смотреть ролики до конца, потому что мне нужно набить, у меня будет монетизация скоро, я говорю честно, да, а мне для этого нужно набить количество часов просмотра, да, а для этого нужно, чтобы вы их смотрели до конца, до последнего и так далее. Я выкладываю ролик, у меня разболелся здесь зуб, объясню почему, потому что у меня растет зуб мудрости, у меня еще не все зубы выросли, собственно говоря, мудрости, и здесь растет. У меня есть стоматолог, с которым я имею так или иначе связь, и, ну, в смысле того, что пишу, там, звоню, там, и так далее, ну, знакомая стоматолог. Я ей написала, уточнила, что в данном случае, стоит ли идти к какому-нибудь стоматологу, или, в принципе, это терпит, так как зуб мудрости растет. Она, и это действительно так, то есть тут без, даже без этого самого. Она сказала, что если он растет правильно, а это, скорее всего, так, то, что он растет правильно, то, соответственно, надо просто выпить немесил, чтобы оно не болело, да, не мешало, и мазать его, где у нас, вон, метрогил, метросепт, вот такой штукой. И, в принципе, больше ничего не надо, то есть вообще ничего не надо. Я, в принципе, не против, я согласна, сейчас мы с Лёшкой сходим за немесилом, сходим, заберем на Валберис доставку, которая у нас... которая у нас есть... А, нет, не на Валберис, на Озон, господи, что ж Валберис. На Озон доставку, которая у нас есть, я вам ее тоже покажу сегодня, вот. И дальше я хочу приготовить сегодня очень вкусную вкусняшку. Вот. Как-то так. А мы вышли гулять, ребята. Значит, мы забрали туфельки на Валберис, я вам дома их потом покажу, когда придем. Вот. А, не, на Озоне, господи, Валберис. Вот, и у нас тут мяу гуляет, это Симка наша. Решили вынести ее погулять, потому что она очень выпрашивалась постоянно выйти. И я подумала, ах, выпрашиваешься. Значит, я тебе покажу улицу, больше не захочешь. Но, по-моему, ей нравится. По-моему, она еще сильнее захочет. Нет, ну она говорит мяу, она боится. Ну, она боится, но она же не убегает и не сопротивляется прям, чтобы это самое. Знаете, я решила сделать оладушки. Бомбические должны быть. Я добавила все одинаковое количество, столько, сколько нужно. Но что-то я переборщила с водой и забыла, сколько нужно, какой по консистенции должны быть оладушки. Потому что я делаю на 250 грамм воды полкило муки. А здесь я добавила больше воды. Я забыла, сколько, но это ладно. Дрожжи уже сработали. Начинают работать. Теперь наша задача дождаться, когда они за полчаса настоятся. Офигенские. Тесто просто офигенское. Мука, все как бы. Лёшка лёг подремать. У нас воскресенье, и я скажу так. Я в воскресенье не работаю, никогда ничего не делаю практически. Так, ванильку надо, не надо. Ах, да. Я в воскресенье ничего не делаю, в связи с тем, что это воскресенье, и надо отдыхать. Поэтому... А, я еще, знаете, что не добавила? Я сюда еще сейчас цедру апельсинчиков в тесто натру. Я думаю, что все будет классно. У нас воскресенье, что в моей семье родительской был нерабочий день, потому что это воскресенье. Что в нашей с Лешей семье, я тоже стараюсь эти правила, как говорится, выполнять, потому что по православию воскресенье это день, который нужно отдать Богу. И в связи с этим, апельсинчики, конечно. Поэтому в воскресенье я не занимаюсь уборками, не занимаюсь такими вещами, как стирка или чего-нибудь еще. Я единственный раз, когда в воскресенье ставила стирку, это поздно ночью, когда мы приехали из Оптины. И то, потому что мы... И то, потому что мы поздно ехали.
И было очень-очень много. Разных вещей, когда мы с дороги вернулись из Москвы. Тогда да, тогда еще можно было бы о чем-то говорить в плане стирки. А сейчас точно нет. О! Ой, как пахнет! Это мой. Так, а у нас шоколадка какая-нибудь осталась, нет? Туда подробить, нет? Ну и ладно. Я решила добавить немножечко все-таки цедра апельсинчика, чтобы было вкусненько. Чтобы оно апельсинчиком пахло. Сюда еще ванильки посыплю. Поэтому в воскресенье, к счастью, я не работаю. Если я куда-то устраиваюсь на работу, я всем предупреждаю, что я, ребят, готова работать в любые дни, кроме воскресенья. Поэтому, увы, ну так. Рецепты я, кстати, уже не раз говорила, по-моему, по оладушкам, поэтому в случае чего. Запись. Да. Мы только что сказали кучу слов на незаписанную камеру, на не включенную. У нас картошка в мундирах самая обыкновенная. Почему именно такой вариант? Потому что это запеченная, точнее, потому что не поместилась в кастрюлю, пришлось запекать, в принципе. А, вот, меня многие спрашивают, отвечу на вопрос не только в чате. Кстати, переходите в чат, у меня есть чат, я оставлю ссылку для подписчиков, где подписчики могут общаться с друг другом или же со мной. И мне, в принципе, тоже интересно с вами общаться. Переходите в чат, я ссылку оставлю. Вот. А спрашиваете, что с Амиром? В понедельник будет решаться этот вопрос в плане того, что будет созвон с его мамой и решаться, когда на неделе, возможно, он поедет к своей маме, но это мы еще разберемся. Вот, задают вопрос, понравился ли тебе фильм «Любовь и голуби», Алексей? Про фильм «Любовь и голуби» надо говорить отдельно, потому что где-то к середину фильма я начал говорить, что мой мозг уже начинает закипать, истервенеть. Вот. Я могу сказать, что Машков гениален, конечно же, как режиссер. Он очень классно все передал, но у меня очень много вопросов к этому фильму и очень много вопросов к русскому характеру в результате этого фильма. Ну да, вот. Дома, то я пойду, типа зови его, то а не пойду, то тайно ходить к этому, ой. Не, ну мне нравится, это один из моих любимых фильмов, в принципе, вот, как бы. Ну, то есть там, где эмоции выходят за границы разума, мне непонятно, как действовать. Я чувствую себя очень не это самое. Вот, а еще я делала оладушки очень вкусные, вот, я вам показывала, кстати. Они такие, блин, они получились в первый раз за всю мою жизнь, они получились в дырочку воздушные и так, как надо. При том, что я на глаз клала муку к воде, да, и, собственно говоря, я даже забыла, сколько я там муки той клала, я не считала. Я просто консистенцию запомнила, какая она должна быть. И в следующий раз буду добиваться именно этой консистенции. Вот. Но, тем не менее, все равно получилось очень прикольно. Мы, значит, смотрим ютубчик, кушаем, собственно говоря. Там на холодильнике валяется маркиз. Да. Уши отставил. Так что вот так вот, ребята. Здесь ютубчик. Говорящая туща. Здесь картошка. И здесь все мы. Так что, как-то так. Ребят, мы сходили с Лёшкой в магазин, а я взяла себе вот эту конфетку. Объясню предысторию этой конфетки. Я хотела Лёшке подарить конфетку. Конфетка была со вкусом Кока-Колы, понимаете? Шоколадная конфетка со вкусом Кока-Колы. И она, как назло, не пробивалась. Поэтому пришлось взять то, что пришлось, вот такую конфетку. Но я взяла себе еще и пирожок с картошкой. Вышла я на улицу, и этот пирожок упал. Это не так. Ты вышла на улицу, вся вот в таком вот праведном гневе, говоря, что я сейчас приду домой, я сейчас расскажу про этот магазин. И в этом праведном гневе ты решила вскрыть пирожок. Да, а что делать? И он упал.
Пришлось идти и покупать новый. Ну, потому что начинаем, блядь, переключать воду, она опять эта колонка краснет нахуй. И вот так вот я, пока вас не было, раза 3-4. Вот, поэтому, ребята, так. И я не знаю, как ловить такие кадры, потому что я смотрю многих блогеров, от Виктории до Вредины, до еще кого-нибудь, да, до Бровченко, до кого угодно. У них получается ловить эти кадры. Как у Лешки была конфета, которую нужно было в кислую штуку макать, и он открыл эту кислый порошочек, и он улетел, например, и так далее. И куча смешных моментов, которые не успеваешь ловить. Как? Ты же не можешь просто проснуться, включить камеру и не выключать ее аж до отбоя, собственно говоря, да, до того, как ложиться спать. Это нереально, просто нереально. Но, с другой стороны, а как иначе ловить такие кадры? Напишите в комментариях, как вы предполагаете, как можно ловить такие кадры, как можно ловить такие моменты, когда вот, вот что нужно делать, чтобы реально ловить эти моменты? Так, чтобы вот и все ловить. Потому что я реально не понимаю. Просто происходят какие-то моменты, да, допустим, или какие-то беседы, когда камера не включена, не успеваешь просто ее уже схватить, потому что мысль уже поймана или улетит и так далее. Или момент с тем же пирожком, да? Каким образом поймать было этот момент? Непонятно. Не успеешь просто достать камеру в нужный момент. И как снимать? Просто круглосуточно получается снимать, а потом то, что как-то вырезать на монтажке? Или как? Я не понимаю, но тем не менее, этот ролик я хочу закончить. Вот, потому что у меня уже из-за простущей мудрости вот здесь вот болит внизу. Сейчас я даже вам покажу. Возможно, кстати. Ага. Вот он. Угу. Вот он, вот здесь сбоку, короче. И сейчас выпью таблетку Немесила, схожу в уборную и буду спать. Так что всем желаю хорошего настроения, не болейте. Всем хорошего настроения, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем-всем-всем радости, хорошего настроения, всем ангел-хранителя косу. И всем пока. И, кстати, у Алексею задали вопрос в комментариях, очень интересный, на который я попрошу Алексея сейчас ответить. Алексей, ты где? Тебе задали вопрос, Лёшка. Спросили, какие твои любимые фильмы? Или какой? Я очень люблю «Обыкновенное чудо». Я очень люблю этого, как его зовут, Мюнхгаузена. Первую, вторую часть. А сериалы? Сериалы? Да. Можно ли «Сумерки» назвать сериалом? А, по сериалам? Да. «Игра престолов», конечно. Конечно же, «Игра престолов». Не сваты? Нет, вот сваты это, это то, что может круглосуточно играть фоном и не будет надоедать. А «Игра престолов» это то, что втягивает и заставляет смотреть. Вот. Теория вот. Большого взрыва, мне многие рекомендовали посмотреть, но все никак не найду времени на это. Так что вот так вот. А так, всем пока, всем хорошего настроения.